Эй, ребятки, всем привет, с вами я, Борода, это канал Нинави, мы продолжаем проходить крутейший Cover Fire на ПК, и у нас новый ивент, который нужно попробовать, это Zombie Underground, я думаю, он вам понравится, поэтому сажитесь поудобнее, наливайте чаёху и поехали. Так, Zombie Underground, 3 дня до окончания. А у меня есть 5 билетиков на вход сюда, давайте посмотрим. Осилим или не осилим, потому что, как вы помните, мы начали полностью все с нуля, и у нас не прокачано практически ничего. Но я думаю, я умелый боец, я еще тот пабджишнер, и я думаю, пабджишнер, пабгер, я еще тот, блядь, пабгер, и я думаю, я справлюсь с этим заданием. Так, а ты не забудь подписаться на телеграм-канал, там миллион контента, все очень интересное, очень прикольное, поэтому подписывайся, я буду рад тебя там видеть, ну и конечно же следи за видосами на канале и стримах, потому что на стримах я вас развлекаю однозначно круто. Так, ну пока вроде как мы справляемся, я вижу, что на 95% мы закончили, все, 3 звезды, я думаю, с легкостью мы получаем. Никакой царапины, никакого повреждения я не получил, поэтому быстренько прокликиваем наши зомби-награды. Так, ну я даже золото выбил, ну ни хрена себе. Ну слушай, я выбил одно золото, почему бы одно золото и не потратить? Ну, по-моему, все честно. И ты получил только что на халяву зомби, зомби-золото. Пожалуйста, возьми его. Почему и нет? Так, один из 5 раз я прошел. Кстати, этот у меня откроется только через 23 часа. И, скорее всего, я... Не, по идее, 2 дня. Ну, возможно. Возможно, я успею пройти, прокачать все это дело. И показать вам максимальный финал по каждому дню. Ну, я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Я же стараюсь вам делать годнейший контент. Тем более, что Cover Fire вам очень и очень заходит. Так, а ты куда идешь, слышь? Вообще дикий какой-то. Идет и идет. Я его, блять, убиваю, убиваю. Хеды ему даю, даю. Так, тихо, тихо. Так. Ты куда там ползешь за ящиками? Сидеть. И ты тоже сидеть. 100% у нас в копилочке. Обожаю. Обожаю свой стрелковый скилл. Так, 2 голды. Да ладно, ничего себе. Они прям байтят, чтобы я сразу же 2 голды и тратил. Понимаешь? Ну, просто байтят максимально. Самое обидное, что одну энергию выбил. Она мне, в принципе, ни к чему. Мне хватает базовой энергии, потому что я снимаю видос раз в день. И, ну, зачем нам больше-то? Так, тому я накидал дамага. А он прям сквозь ящики идет. Я-то... Серьезно, мужик? Так я, как бы... стрелял в тебя. Но вот если я из-за него еще не получу необходимое количество звезд, я просто очень сильно расстроюсь. Потому что, ну, как бы ты видал, да, я в него больше обоймы всадил, а ему вообще похер было. Я в шоке. Так. Ну, надеюсь, 3. Супер. Потому что я уж начал нервничать. Так, 2 золота, байт, конечно. Энергия, серьезно. А если бы не тратил ничего, я бы, в принципе, уже плюс 5 нафармил бы. Так-то, понимаешь? В принципе, возможно, если я выбиваю улучшение, мне дальше и не имеет никакого смысла тратить голду. Может быть. С другой стороны, если все-таки у меня будет партнерка с Cover Fire, почему бы и не тратить? Потому что, ну, я думаю, партнеру-то можно насыпать нормально голды, чтобы снимать годный контент, правильно? Чтобы зритель знал, к чему ему стремиться и что его ждет. Так, опять такой же. Тихо. Не, ну, слушай, я понял, что его, по идее, по-другому убить просто невозможно, да? Ну, ладно, мне что? Мне лишь бы у меня звезды не списывали. Потому что, камон, зачем мне это? Так, ну, смотри, если я выбиваю крафтик, я тогда не открываю.
Да, я выбил все. И тем более голду я тоже здесь не выбил, поэтому спасибо, зачем оно мне надо. Так, а что, у меня тикеты кончились? Стоп. Да нет, я вроде все верно сделал, правильно? Зомби андеграунд. Последняя, да, пятый из пяти. Отлично. Последний билет, последний этап. Давайте выполнять. Да не так смешно бегут. Стоять не бежать. Хорошо. Не, ну ты посмотри, как он бежит. Такое ощущение, что это какой-то сумоист. Просто максимально ржачный. Мне нравится. Так что у нас тут новый зомбак. Не, ну я там-то накидал малеху, да? Так, ну я прямо одиночками, очередью на автоматике стреляю. Балдеж. Вот это прям вообще последняя самая легкая была, не знаю. Просто изи. Они так удобно расположились. Так, есть крафт. А золота нету. Ну что ж, ладно. Тем не менее, и так неплохо отыграли. Ну что, получим награду. Давай. 10 золота, да? Балдеж. Балдеж. Закончили первый день зомби андеграунда. Завтра нас ждет второй, поэтому не забудь подписаться. Твоя подписочка очень важна. Я аж потерял дар речи от того, что подумал, сколько на меня людей подпишется. Прожимай лайкос и до скорых встреч. Пока-пока.